Так, я вам сейчас покажу, как я буду собираться, что я положу в эту корзинку. Эту корзинку будет нести Амиран. Здесь будет пасочка. Еще у меня будет вот такая вот корзинка с пасками вся полная. Так, корзинка с пасочками. Я вам сейчас покажу яйца, которые красила Валя. И получилось необыкновенно красиво. Так, я еще такие салфеточки купила. Это все накрою салфеточками бумажными. Вот такие красивые яйца, которые это перепелиные Нори и Амирану. Амиран с Норой очень любят перепелиные яйца. Ну и они в основном всегда едят перепелиные и на Пасху, и не на Пасху. Ой, там крошка попала. Так вот, а это те яйца, которые красила Валя. Я вам вчера рассказывала, но так и не показала. Знаете, мне кажется, у меня бы такая красота не получилась. Посмотрите, какие они необыкновенные. Посмотрите на эти рисунки, они просто получились мраморные. Этот эффект достигается, я так понимаю, при помощи луковой шелухи и каркаде. Но там тоже есть своя техника, как это все Валя делала. Здесь, видите, наверное, еще использовалась веточка петрушки. Ну, в общем, я не знаю Валиных секретов, но это очень красиво получилось. Смотрите, они такие именно мраморные, мраморные, да? Даже вообще не похоже, что это настоящие яйца. А это такие крашенки пасхальные. На эти рисунки можно смотреть вечно. Они с каждой стороны. Видите, какая красота. Так что сейчас мы это все уложим красивенько. Корзинку. Амиран уже сейчас спрашивает: мама, а что я понесу? Я говорю, конечно же, корзинку с яйцами. Раньше Нора любила носить. Ну, а сейчас, кто, наверное, вот маленькие детки, им всегда это интересно понести. Кто любил в детстве тоже носить корзинки? Напишите в комментариях. Мне будет интересно. Мы сейчас и маленькие положим сюда же. И отправимся в церковь. Сейчас раннее утро. И мы пойдем светить Пасхи и яйца. Знаете, раньше мы носили и мясо светить, колбасу, сыр. Ну, в общем, мне кажется, это лишнее, светить все-все-все, что у тебя будет на столе. Это главное взять основное. Вот такая вот у нас получилась корзинка. Так, мы идем. Там очень много машин. А! Амиран, пожалуйста. Мы идем, Амиран тоже хочет нести. Идем вместе, несем. Валя, Ромас, Аля. Видите, сколько машин вообще. Потому что тут же сразу и там храм один, да. Пойдем. Здесь храм. Да, кто-то в Благовещенский пошел, кто-то в Успенский, кто-то в Покровский. Да, конечно. Да. Да, флаг видно, да. А у меня же была красивая корзинка. Зачем ты ходила за корзинкой? Ну так, и мы же ее с Норой в прошлом году покупали. Угу. Ну она же такая специальная, это пасхальная. Это у меня белая, красивая. А, я не знала. А что вы с белой тогда не пошли сами? Забыла, вот только сейчас вспомнила. Гениально. Зачем ты, говорит, ходила, если у меня есть белая, но я не забыла. Так, я сегодня и оператор. Амиран, Ромас, переходить будем? Амиран, ты оторвешь или ручку, или мне руку, не знаю. Поаккуратней. Хорошо? Здравствуйте,
Да. Такую машинку не могу. Да, хорошо, купим такую машинку. Тут пальму выставили. Конечно, возьмем. Возьмем, конечно. Возьмем. У меня шнурок, как всегда, развязался. Всегда, когда я несу все в зубах. А у тебя мелкие деньги есть? А что мы будем раздавать здесь людям, детям? Надо разменять, значит. Амиран, давай ко мне поближе. Видишь, здесь очень маленький проход и на выход, ну, и на вход. Да. Но в Гольберовской больше сам вот такой вход. Осторожно, осторожно. Проходим. Ой, Роман, смешно надеть, наверное, платок, да? Да, да, конечно. Вот, чтобы представление было. Вот мы святым. Раз, 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 раз. И пошли быстро. Ко мне лицом поворачиваем. Рамаса, мы ж так не втиснемся сюда. А мама еще твоя, Алина. Сверху не получится. А Алина где? Давайте на там. Да нет, ты шо? Сюда остановись. Иди свечечка. Так. Роман, с нас свой телефон. Ставь, ставь, ставь. Телефон. Снимай. Я отстанусь. Я все раскрою. Сейчас это не надо, если никто не идет. Потому что... Не, ну вообще потом это очень долго будет. Ромас, они идут. Идут, идут, все, идут. Сейчас мы все раскроем. Тогда я ребенку тогда дам там деньги возле входа. Да. Правильно. Амиран, стой спокойно. Хорошо, что попали сразу. Да, вообще сразу. Первый раз такое. Мы очень долго обычно ждем. По часу. Ну, это, может, священник же. Обычно бы человек сюда не ехал. То есть, наверное, кто-то тот, кто здесь работает. А может, это вот этого мужчину забирать будут? А нет, это священники. Да, батюшка. Ну, скромная машинка такая. Внимание, дорогие, кто сейчас к нам приехал? Проходим туда, до ступенек. Места освободили, до ступенечек проходим. Ты говоришь, пресса. Тут нас пресса снимает. Да, пресса. Иностранцы приезжают и активно снимают, что происходит в городе.
Я репортеров иностранных вижу регулярно каждый день. Это что за кортеж? Это кортеж. Вообще, отойдите минуточку. Ну, может быть, им будут персонально это светить вас. Другие, да. Не знаю. Я с ними пришла. Светить. Да. Это кортеж уже. Ну, видишь... Видео тебе снять? Я снимаю. А я имею в виду вас. А, да. А это тоже священники приехали. Прям все, да? Нет, священники на пирожки. Ну, я понял. Еще приехали VIP люди. Внимание, все, кто сейчас... Да, VIP мы специально, наверное, не зайдут, им посветят. Да. Ну а что ты думал, депутаты ж не будут со всеми в очереди стоять с простыми людьми? Никто не знает. Ой, ладно, я шучу, друзья, я на самом деле просто шучу, поэтому кто сейчас слушает, у меня всегда такие шутки, не слушайте, спасибо, потом скинете мне. Ну так они уже все равно горят все, смотри, жизнь, чудеса. Вот это знак. Да, чудеса, классный. Они ж не, прикинь, вроде бы не горели, а потом бамс. Блин, ты не успела снять, нет? Я сняла. Они не горели, не да? Горели, Амиран руками только. А туда. Как такое может быть? Я вообще такое еще не... Я сам обалдел. Свечки сами зажглись. Вот, видишь, они как да, будто вот потухли, и... все, правильно? Да. Вот такое же было и в тот раз. Они это не горят. Не, ну сейчас я горят, вижу, да, искорку маленькую. А тогда я не видел вообще ничего. Это зависло бы. Это хороший знак. Вчера сказали, благодатный огонь сошел вообще очень быстро. Да, ну, они просто чуть-чуть. Эти говорю, пасхальные свечи. Так, подожди, а поп же уже поливал. Нет, он... Вот, смотри, вот. Амиран, поворачивайся. Сейчас. Раздавай, сейчас идет уже батюшка. Вот. Ой, меня и сюда попали. Меня, воистину воскрес. Спасибо. Хорошо. Спасибо. А она все равно продолжает. Она все равно горит. Да. Прикинь, одна все равно горит. Горит? Это вообще, да, даже так хорошо полит. Я думал дождь вообще. Да, ты думал дождь? Прикинь, горит. Алина, она все равно горит. После такой заливки. Это чудеса, да, вы решите, действительно. Облили так. Облили, и свеча не погасла. Да, вообще мокрое, посмотрите, место вообще залили просто, да. И свеча все равно продолжает гореть. Спасибо тебе, Боже. Пожалуйста, внимание, кто сейчас, сию минуту, пожалуйста, папа там все заберет, не переживай. Мама, дальше. Дальше? Идем домой кушать Пасхи. И яйца. Мам, а? Свои конфеты? Да. Пойдем. Ты хочешь колокола посмотреть? Да. Это старые харьковские колокола. Мама. Да. Мама. Да, только не надо на них ложиться, пожалуйста, Амиран. Как по мне, вот этот самый красивый в зеленой патине. Громадный. Все это харьковские. Ну, так их много. Это людей много. Сегодня очень мама, много. Мама, а. Это новый колокол. Да. Это... Да. Угу. Пойдем. Анька мне рассказывала, что ты там как-то делала, и что вообще очень сложно. Да. Ну, лучше всего делать не с бумажками,
А с петрушкой, видишь, вот петрушка, видишь, какой красивый узор? Мраморный, я такой первый раз вижу. А вот. Роман, пойди походи с ними, вон там сходи, походи с ними, ну что ты вообще? Да я понимаю, так как я стою, иди, ну, давай, иди, сходи, поснимай, а я стою. Красивая, я давно сняла все это, да? Ну да, я снимала. А у меня хорошо обрезал, но это в лицо сильно мне даже, а тут вся я сухая. Нормально ходит. Я в том году как-то тоже он побрызгал, я к нему, батюшка, а можно меня еще раз? Можно. Как облил мне пол ведра. Я стою, говорю, ну не так сильно прям надо было. Он, да, не жалко, да. Валя как фотограф решила рассказать. Как фотографировать. Миран побежал к ребенку маленькому тоже. Пока женщина фотографирует, ребенок чуть с коляски не выпал. А вот пресса иностранная везде все всегда фотографирует, снимает. Их всегда очень много, они все фиксируют, но не знаю, воды, новостях. Воды надо купить. Да, а, да, водички. Пойди купи. Там может сейчас такая очередь быть. Нет, вот нет. Стоит. Да, тут никакой очереди нет. Амиран, смотри, какое есть красненькое маленькое цевеечко. Вас тоже. Спасибо. Это тоже спасибо. Спасибо, Господи, а ты кто? Ну, не так, как раз. У нас воздушная тревога началась. Под звуки воздушной тревоги. Святим Пасхи. А вообще еще хочу сказать, ночка была еще та. Были взрывы, были дроны. Прямо ночью, прямо на Пасху. Несмотря на то, что праздники. Это никого не остановило. Сейчас, Амиран, я шнурочек спрячу. Несмотря на то, что праздники, никого не остановило. Обстрелы даже в честь праздника не прекратились. Там это как-то, я не знаю, конечно, но мне кажется, Бог им всем судья. Христос воскресе. Ой, воистину воскресе. С праздником. С праздником. Здоровья вам, благополучия. Да, вам тоже. Христос воскресе. Говори, воистину воскрес. Праздник. Стесняется. Так, сейчас мы сюда поскрием. А? Бывают такие с ногами попы. Ой, попросите. Такие красивые убранства везде. Миранчик, подожди. В честь праздника очень все. А. Давай ручку. Мама, я хочу на улицу. Сейчас мы пойдем, Амиранчик.
Пойдем. Встретили только что в храме Таню, нашу соседку напротив нас на рынке. У нее контейнер. Мама. Иди сюда, иди сюда. Забираем папу, бабушку. Аля? Спасибо. Вон Аля. Ты Алю потерял? А где Аля? Я тут. Я побежала, говорю, батюшка, побрызгайте мне еще раз. Что-то у меня плохо побрызгало. Вот спасибо вам. Этот глашатый, конечно, слышали вообще, который бегает, орёт. Слышишь, я сколько раз была, ты слышишь, там, смотри, он балкон какой красивый. Да. Видишь? Угу. Я никогда не видела, слышишь, не обращала внимания. Здесь есть, сейчас Амирана надо не потерять, такой памятный Григорию Савичу Сковороде. Выдатный украинский просветитель, философ, поэт. А дальше не вижу. Ну, вы памятник видели уже, а здесь на территории храма есть еще такой гранитный камень с изображением Григория Савича Сковороды. Здесь, кстати, тоже магнолия, такие же, как мы купили. Вот такая точно магнолия, как мы посадили. У нас во дворе. Здравствуйте! Сегодня у нас 5 мая 2024 года, Харьков. Я продолжаю свой видеодневник и поздравляю вас всех с Пасхой, с воскресением Господним. Христос воскресе! Я надеюсь, что в этом году наступит долгожданный мир, чтобы кто там ни говорил, злопыхатели, подстрекатели и люди всякие, всячески разжигающие вражду, чтобы они ни говорили, как бы им ни хотелось, справедливость все-таки восторжествует и наступит мир. Я в этом даже не сомневаюсь. Добро всегда побеждает зло. Всегда правда сильнее. Поэтому я даже не сомневаюсь ни в чем. Еще раз всех с праздником. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.